Opel, европейское подразделение американского автоконцерна General Motors, сокращает производство и рабочие места в России. Завод в Санкт-Петербурге будет работать лишь в одну смену. В прошлом году, как заявил Opel, Россия была третьим по значимости рынком сбыта для компании после Великобритании и Германии, но с начала этого года российские продажи в свободном падении. На фоне экономических проблем и ослабления рубля, усиленного западными санкциями и кризисом на Украине, по итогам августа продажи автомобилей в России рухнули на 26%. Opel отмечает, что с начала года спрос на его продукцию в России сократился на 12%.